Фильмы лгуны, а не как испорченный телефон. В попыхах пересказывая вам действия, опускают важные детали, слова, атмосферу. Но все же, даже несмотря на тот факт, что они являются жалкой тенью книг, фильмы – приятное дополнение к вселенной Гарри Поттера. Ступая на порог премьеры, я ощущал тоску, будто прощался с эпохой в жизни. 10 лет ожиданий новых книг, сопереживаний, ликований, надежд, что мне придет письмо из Хогвартса, и вот он, конец. Раньше тешил себя, но ничего, пускай книги написаны. Еще осталось пару фильмов, а тут все. Финальная жирная точка. Детская наивная сказка превратилась в серьезное произведение. С политическими, социальными и межличностными проблемами. И решение Дэвида Йетса разбить заключительную книгу на 2 части было верным решением. И хотя без книжного текста разобраться во всех тонкостях и связях волшебной вселенной по-прежнему сложно, пропускать их все-таки не стоит. Главной проблемой фильма, если не считать диалогов, является то, что акцент сделан только на главных героев. А как же убийство Фреда, Тонкс, Люпина? Может, стоило было уделить внимание второстепенным персонажам? Думаю, выделить 20 минут фильма на это не так уж и много. Тем более данный фильм считается самым коротким за всю историю Поттерианы. Хронометраж менее 2 часов. Хотя бы режиссер не выкинул воспоминания Снега. Алан Рикман просто потрясающий, актер с большой буквы. Его энергетика передавалась зрителям через экран. Его состояние и переживания пробирали до костей. Хотелось просто выйти от невыносимой боли. После его истории по залу прокатился шквал шмыганий. Также среди актеров мне бы хотелось выделить не тройку Гарри, Гермиону и Рона, а Невилла и Полумну. Они вдвоем вытянули в фильме все то, что не смогли ему дать другие актеры. Кинокартина значительно отличается от первой части «Даров», вышедшей 1.5 года назад. Вторая насквозь пропитана той самой магией, которая привлекла миллионы зрителей по всему миру еще с выходом первого фильма. Дэвид Йетс сделал все с размахом. Спецэффекты очень удачно сочетаются с игрой актеров, которым немало времени пришлось сниматься на зеленом фоне. Но финальная битва Волан-де-Морта и Поттера – сплошное разочарование. Не успеваешь и сделать вдоха, как тот, чье имя нельзя называть, отправляется к праотцам. А где, черт подери, знаменитый диалог? Где триумфальное падение могущественного темного лорда? Мне очень трудно писать рецензию на этот фильм. Скажу просто. Занавес, прощальные аплодисменты лучшим годам жизни. Спасибо, Джоан, это было волшебно.